На улице дождик. Так хорошо. Наконец-то задышу. Да немного ж, наверное, все-таки. А то прям лопату не могла всунуть на это, на картошку. Так. Едимо. Да, конечно, конечно. Прямо взрываешься, блин. Че взрываться? Justify leaving, why not just run away? Why even wait and hesitate breathing? Why would you wanna stay? Nothing you say can change the way he feels. Nothing could save you now. So just let this go. A string without a wing flying, no one to hold the kite. He let you go, but still you blow by, oblivious to the height. Check out behind and you will find nothing's holding you to the ground. He just let you go. Все, задождило, задождило, осень золотая, осень золотая и дождливая. Мама дорогая. Ой, я его не подобрал. Без кого гараж закрыт. Шляпа для настроения. Данди по кличке Крокодил. От улыбки станет всем теплей. И коту, и даже маленькой улитке. Так пускай повсюду на земле, будто лампочки включаются улыбки. У меня депрессия. Только насмотрелась. Не в хорошем смысле этого слова. Друзья, что я хочу вам сказать? Вот я хочу поделиться с вами. Вот знаете, хочу... Сейчас подниму пояс. Надела теплый халат, потому что перемерзла. Дождяра так лил дождяра. Еще раз говорю, кто не понимает юмора, для улыбки. Ребята, как мне нравится водить машину. Как же мне нравится. Я бы, наверное, сутками напролет сидела за рулем. Боже, я даже не... Понимаете, я даже не могу... Да что ж такое? Не могу даже этого объяснить вам. Какой я чувствую драйв, какое я чувствую вдохновение, когда я за рулем. Ой, я не знаю, если бы у меня была такая машина, знаете, такая крупная, большая, габаритная, ну такая, чтобы надежная, понимаете, я бы сейчас бы села, взяла бы какую-нибудь подружку, Ленчик, я бы тебя взяла, Ленчик. Натали далеко, Светик далеко, Катя в Турции отдыхает. Взяла бы Ленчика со Слобожанского, она моя тут познакомилась недавно. Посадила бы ее в машину, колоритную блондинку. Ой, колоритная, да какая колоритная женщина. И рванула б с ней. Ой, рванула. Рванули б с ней, как поехали. Ой, девочки, как же мне нравится. А что я вам об этом говорю? Хочу поделиться, понимаете, я всегда хочу сказать, а стесняюсь. Я думаю, ну что, знаете, не надо стесняться. Значит, спасибо большое, кто написал. Ребята, я ошиблась, потому что я смотрела на перемотки, я не могла такое смотреть. 29 лет, но все равно молодой. Вот видите, я так прониклась, поверила ему, что мальчик действительно нуждается в помощи. Ну, я верю людям. Ну, все равно мне жалко, очень жалко. Ладно, тему эту правильно все написали. Помощь надо давать только тем, кто ее хочет. Так вот, я о чем? Я о хорошем. Так, ага, как же мне нравится водить машину. Села за руль и поехала, Ни на кого не смотришь. Ой, какая прелесть. Ну почему так? Ну почему только я на склоне лет поняла это? На склоне лет. А еще, знаете, что хочу?
я это сделаю. Я хочу поучаствовать в гонках. Я могу уже сказать, я сейчас езжу, тренируюсь. Конечно, не на Жигулях, не на Жигулях. Очень хочу, мне так нравится. Обязательно засниму. И погнали, и погнали. Так, что такое? Выйди. Я сегодня ничего не готовила. И как я счастлива. Но я купила рис, купила вермишель, купила мясо. Всего накупила. А потом думаю, Наташа, ну ты ж купила. Мне вообще хорошо видно. Мне вообще хорошо видно. Что-то как-то такое светлое, светлое. Вот. Не обязательно тебе и что-то готовить. Не помрут. Правильно? Не помрут. Понимаете, такая, так мне нравится эта шляпа, но только Данди по кличке Крокодил, никуда ты ее не наденешь, да? Только можно вот так вот видео подурачиться, только подурачиться вот так вот до видео. Значит, с халата не вылажу уже второй час, греюсь, потому что... Хоть я и была на машине, но дождь такой, знаете, хороший пролил. Я только раз и успела в гараж заехать. Заехала в гараж быстренько. Та, которая любит ездить, и забыла дверь закрыть. Аккумулятор тик-тик-тик-тик. Но я потом вовремя вспомнила, пошла, завела машину. Все нормально, все заводится, опять заряжается, все хорошо. Так кто мне еще, понимаете, делал замечания вовремя. Но ничего. Ничего. Вот так вот, немножко притушила эту амброзию, и мне легче дышать. Тебе легче на руках у меня, маленькая моя. Ой, этот вот я сегодня выложила шортс. Вот, кстати, да. В YouTube. Как я любила эту сказку Буратино. И нос чухается чуть-чуть. Ой, как я любила. Там кто-то живет. А кто там живет? Хер его маму знает. Там постоянно... Тихо. Там за свечами что-то шурудит постоянно. Может, птичка залетела. А еще, девочки, кто меня смотрит и проживает в городе Днепр? Или в его пределах? Слушайте. А давайте организуемся и сходим в театр на какой-нибудь спектакль. Или давайте организуемся, сходим в кафе, устроим встречу. Было бы классно. Посидели бы. Попили бы что-нибудь такого вкусненького. Стирка висит. Какая-то мутная какая-то я. Песенки попели. Да что ж такая мутная? Друзья, извините, что-то, может, капля какая-то попала. Короче, девчонки, кто из Днепра? Пишите. 3, 4, 5, 10 человек. Соберемся, назначим встречу. А чё бы и нет? Ну, а чё бы и нет? Развлечемся, поболтаем, повеселимся. Да, мама дорогая. Я вот сегодня с подружкой разговаривала. Она говорит, Наташа, ну что с морем? Я говорю, да что с морем? Говорю, холодно, ну... Дождь, все. Она говорит, вот зараза, говорит, молодость уходит, часики тикают. У вас нету ключика, чтобы остановить? Золотого ключика. Надо, наверное, написать папе Карлу. Или найти какого-нибудь папу Карлу. Или Карабаса-Барабаса. Пускай исполнит наши желания. А мы такие придем Мальвинами. Так что, девчонки, Мальчикам не предлагаю. Предлагаю девчонкам встретиться, кто из Днепра. Организуемся, сходим в театр. Не хотите в театр, сходим в кафе. Не хотите в кафе, сходим в планетарий. Никуда не хотите, просто встретимся, прогуляемся по набережной, прокатимся на кораблике. Так что вот такой мой клич. Кто из Днепра, кто меня смотрит, да? Ну, мы тебя с собой не возьмем. Ты целуешься, понимаешь? Ты постоянно целуешься. Нет, я не такая. Поцелуй без любви ни в коем случае. Поцелуй без любви-то нет. Я же не такая. Да ты что? Что?
чтоб я целовалась, а никогда в жизни. О, так что, девчонки, все мой клич услышали? Кто там подписался? Даже тот, кто отписался, приглашаю. Это я встречаю людей, кто... Редко, но встречаю. Кто меня знает, кто смотрит мое видео. И так... Нателла, а вы не такая в жизни, как на видео. Ну, потому что, ну, видеокамера... Вот сейчас она почему-то светлая и светлая. Она искажает. Все равно искажает. Все мы в итоге добрые, хорошие люди. Так, все. Жду от вас комментария. Жду от вас сообщения. Тапок унес. А, все, тапок уже унес. В общем, девчонки, пишите мне. Обязательно встретимся. А может, даже завалим клюдочки в ресторан. А в ресторане. А там цыгане, а там дворяне. Дворяне. И что душа захочет, выбирай. Ведь жизнь, ведь где-то там начинается рай. Я поделилась с вами хорошим настроением. Я поделилась с вами. Я просто поделюсь жизнью. Делюсь. И не будьте буками, и не злитесь, и чтобы было все хорошо, а просто улыбнитесь. Все знают, как его зовут. Бу! Та-та-та-та-та-та-ра! Та-та-та-та-та-та-ти! Та-та-та-та-та-та-та! Но! Та-та-та-та-та-та-та! Бу-ра! Знаете, измазал меня всю. Бу-ра-ти-но! Все. Всем добра, всем бабла. Целую, жду комментариев. И буду ждать с вами встречи. Пока. Пока не заснежило.